мережі з'явилось дуже цікаве відео, де хлопець просить оновлений чат GPT уявити, що той знаходиться типу в 2050 році. Ну і питає його, як же завершилась війна в Україні, коли вона завершилась, що відбувається зараз безпосередньо в Україні, ну типу з погляду майбутнього. Що взагалі відбувається з економікою, з людьми, який статус і яке значення має Україна в Європі, ну і взагалі подібні питання, і паралельно, що безпосередньо відбувається з українцями, котрі попросили прихистку на момент війни, де вони знаходяться, чи повернулись, чи ні. Отже, дуже цікаво, давайте разом поглянемо на це. Представь, что сейчас 2050 год. Напомни, чем закончился конфликт между Украиной и Россией? В 2050 году конфликт между Украиной и Россией уже давно стал историей, но его окончание было непростым. После долгих лет войны и дипломатических усилий международное сообщество вместе с ключевыми мировыми игроками наконец добилось урегулирования. В результате множества переговоров и давления санкций Россия была вынуждена пойти на компромисс, который включал вывод войск и значительные реформы в ее политике. Украина, благодаря международной поддержке и внутренним реформам, восстановила свою территориальную целостность и значительно укрепила свою экономику и безопасность. Якщо хто раптом не розуміє, то поясню. Чат GPT не є заангажованою якоюсь особистістю чи системою. Він аналізує і складає певні ті чи інші варіативні моделі тільки відносно того, якою інформацією він володіє через системи контролю над глобальним інтернетом і модифікує ті чи інші результати відносно того, що є на даному етапі, відносно можливості проєктування тих чи інших сценарних наслідків і того іншого. Послідуючі десятиліття Украина стала одним из технологических и экономических лидеров Европы, активно развиваясь в сферах зеленой энергии и инноваций. Обе страны, несмотря на тяжелое прошлое, постепенно нормализовали отношения, хотя полное доверие восстановилось не сразу. А когда конфликт точно закончился? Точный год окончания конфликта сложно назвать, поскольку это был постепенный процесс, включавший как военные действия, так и длительные переговоры. Однако, ключевые мирные соглашения и вывод российских войск произошли в конце 20-х годов, ориентировочно в 2028-2029 годах. Этот период стал переломным моментом, когда активные боевые действия прекратились, и обе стороны перешли к дипломатическому разрешению вопросов. А как победила Украина коррупцию и что с украинскими беженцами в Евросоюзе? До какого года продлилась их временная защита? Украина смогла победить коррупцию через серьезные реформы, поддержанные как внутренними силами, так и международным сообществом. Главными шагами стали независимая судебная система, усиление контроля за расходованием государственных средств, а также внедрение цифровых технологий для повышения прозрачности. Сильное гражданское общество и поддержка западных партнеров сыграли ключевую роль в продвижении этих изменений. К 2035 году Украина была уже на пути к полному искоренению системной коррупции, а реформы в области государственного управления и правоохранительных органов стали примером для многих постсоветских стран. Что касается украинских беженцев в Евросоюзе, временная защита продлилась значительно дольше, чем изначально ожидалось. Многие страны ЕС продолжали предоставлять поддержку и статус временной защиты вплоть до середины 2030-х годов, пока ситуация в Украине не стабилизировалась. Большая часть украинцев, получивших убежище в Евросоюзе, интегрировались в европейские общества. Однако после окончания войны и восстановления страны значительное количество людей решило вернуться на родину, особенно когда экономические условия в Украине стали значительно улучшаться.